Там у нас проклятый хутор, дом Дракулы, заброшенный цирк. Никогда не любил цирк. Не знаю почему. Градус накаляется, как говорится. Ну, тут можно зайти. Палец засунь бабуге в рот. Да нифига себе. Прям такие из Санкт-Петербурга и прям сюда к нам. Вот сюда, встань. А метла где? Вот такая вот неожиданная встреча получилась. Здесь мельница. Настоящее колесо крутится. Ну, что тут еще? А, вот совет да любовь, как говорится. Не хотел бы я вот так вот фотографироваться, если честно. А здесь где-то было неплохое мороженое. Туалет. И девушка-кенгуру. Правда, у нее это на спине сумочка. Здесь вот такие водные аттракционы, тут надо качать, двигаться, там я не знаю, что-то еще фонтанчики произошли. А вон ребята, видите, на плотике такие переплывают, а их там ребята быстро и упорно обливают водой. Опять же, не знаю, вам хорошо видно или плохо. Лучи солнца в противоположную сторону. Сейчас пойдем посмотрим. Тут вроде бы контактный зоопарк, что ли. Ну или какой-нибудь бесконтактный. Но в то же время зоопарк. Овец вижу. И один голубь. Входа нет. Запах неимоверный. Козел. Ну, чье-то приданное уже растет. Зловещая музыка. Козлы какие-то он там. Ну и духанчик небольшой. Пойдемте. А вот мороженое, кстати, то, что я говорил. Ну, это такой закуток, скажем так, для детей. Тех, кому еще так вот лет до 12. Хотя, вон опять ребята пытаются успеть прибежать. Водные аттракционы. Ну, хотя бы руки накачают. Там тоже всякие чудовища. Тоже силовые упражнения. Парни, видимо, в восторге. Вот такая вот красота. Здесь делают макияж для всех желающих. Ну, хотите стать красавцем, вам сюда. Я встречал ребят, которые вот здесь вот гуляют в боевом раскрасе. А нет, замок. Это цирк, все это дальше, все гораздо дальше, тут для детей. Здесь более-менее красиво. Цветочки, как в парке в Лазаревской. Можно покатиться на велосипеде втроем. Далеко не уедешь. Ну и волшебный мост, с которого я начинал этот ролик, можно так сказать. Вот. Все на этом. Такой коротенький. Коротенький, а вода как в речке в Сизуапсе, смотрите. Чистейшая. Прикольно. Всем пока. До следующего ролика. А он уж, поверьте, будет скоро. О, никак не могу пройти-то мимо. Ну, сами понимаете. Не часто своих-то встретишь-то. Чатовцев.